Эта история началась с того, что из храма в Новых Воротниках была похищена икона начала XIX века. Злоумышленник вынул икону из Киота и скрылся с места преступления. Сотрудники полиции установили местонахождение и изъяли украденную икону. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники столичного уголовного розыска задержали жительницу города Москвы, которую подозревают в данном преступлении. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемые избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде.